жить к нам. Пьер мечтал подружиться со своим сыном. Вот и шанс. Как ты вырос? Я пошел за сигаретами. Пойдешь? Когда-нибудь думал, что я старый придурок? Никогда. Тео считает меня старым идиотом. Он говорил, я усыновил девочек, чтобы чувствовать себя хорошо. Сначала пройди с магнитофоном. Расскажи о своем первом разе. Есть что сказать мне? Не обменивайся с Тео. Он говорил, что вы вдвоем. Ты имела роман с моим сыном. Не говори, что верила ему. Я уже не знаю, кому верить. Не трогай меня. Твой сын монстр, запомни это. Думаю, ты отвергаешь меня за грязь.